В эфире программа «Больше фактов», а это значит, что в ближайшие пару минут вы узнаете много интересного и услышите несколько фактов, один из которых неверный. Ваша цель – найти ошибку и рассказать о ней в комментариях к этому видео. Среди ответивших правильно мы выберем троих счастливчиков с помощью генератора случайных чисел, и они получат подарки. Сегодня у нас умная колонка с Марусей в стильном шопере, зарядная станция тоже в сумке и рюкзак от компании «Кардиан». Сегодняшний выпуск посвящен зимним шинам «Кардиант Сноукросс 2». И мы начинаем. Факт первый. Шины «Кардиант Сноукросс 2» производятся из нордической резиновой смеси с применением рапсового масла. Это позволяет расширить диапазон рабочих температур. Факт второй. Рисунок протектора с боковыми грунтозацепами облегчает выезд из глубокого снега. Факт третий. Новая схема ошиповки включает 18 рядов, а в пятне контакта с дорогой одновременно находится 10 шипов. Факт четвертый. Благодаря увеличенной поверхности нижнего фланца и твердосплавной вставке шипы глубже вгрызаются в лед и улучшают сцепные свойства на 5%. Факт пятый. Шины Сноукросс 2 выпускаются в типоразмерах от 13 до 18 дюймов и подходят для большинства современных автомобилей, включая кроссоверы и внедорожники. Факт шестой. Все модели шин «Кардиант» создаются в собственном научно-техническом центре шинного кластера «Кардиант». Они разрабатываются специально для российских условий эксплуатации и учитывают различные дорожные покрытия. Факт седьмой. На автомобилях, обутых в шины «Кардиант Сноукросс 2», команда «Автогода» установила рекорд России по самому продолжительному непрерывному движению на автомобиле. Это все факты на сегодня. Найдите ошибочный, а за подсказками и для выбора новых качественных шин заходите на сайт компании «Кардиант». Если вашей машине пора сменить комплект колес, то у нас для вас хорошая новость. При покупке шин «Кардиант» вы можете получить промокод на повышенный кэшбэк – 20%. Для этого заходите на сайт kardiant.autogoda.ru и вводите кодовое слово «Snow». Отвечайте правильно, и пусть вам повезет. Это была программа «Больше фактов», где всегда дарят подарки.